Привет, это Андрей, магазин Ролики.ua. Сегодня мы рассмотрим детские ролики микро, какие они бывают и что из них выбрать вашему ребенку. Микро – это известная швейцарская фирма, которая всегда держала высокий уровень качества своих товаров. Они, кстати, еще делают самокаты. И факт того, что эта фирма сегодня выпускает ролики, сразу внушает доверие. Серия роликов на мягком ботинке. Мажорити – самая младшая и бюджетная модель. Подойдет всем детям с размером ноги с 23 по 38, идеально для новичков. Ролики раздвигаются на 4 размера, ребенку с растущей ногой их хватит на 2-5 лет. Эти ролики имеют наличие эксклюзивный размер 23-26. Это не просто редкость, никто из достойных фирм не делает такие размеры, только микро. В целом ролики, бюджетные материалы среднего качества, имеют правильный ортопедичный лекаут ботинка и простенький, но надежный механизм раздвижки. Но если ваш ребенок уже хорошо катается, я бы рекомендовал обратить внимание на следующую модель. Более подробный обзор этой модели вы найдете по ссылке. Модель Shaper. Здесь мы уже видим более интересный дизайн. Линии, текстура ткани, вставки языка кожи, все это создает приятное первое впечатление. Более высокое качество материалов, от пластика ботинка до ткани. Модель подойдет всем детям с размером ноги с 25 по 40, идеально для новичков и начинающих роллеров. Ролики имеют продвинутый раздвижной механизм. В наличии 4 размерных диапазона: 25-28, 29-32, 33-36, 37-40. По факту этих роликов хватит на 4 размера, а это от 2 до 5 лет. Если сравнить эту модель с младшей моделью Majority, то по характеристикам они вроде один в один. Но эта модель продуманней, визуально интересней и качественнее в деталях. Классные ролики для детей, нечего и добавить. Мягкий, удобный ботинок и хорошая фиксация, вы точно останетесь довольны. И если же ребенок уже хорошо катается и имеете чемпионы, то лучше смотреть в сторону роликов на полужестком или жестком ботинке. Поехали к таким моделям. Более подробный обзор этой модели вы найдете по ссылке. Модель Champion. В таких роликах можно кататься по парку, а можно слаломить и фрискейтить. Ну, проще говоря, выполнять разные сложные и несложные элементы. Ролики имеют 3 размерных диапазона: 29-32, 33-36, 37-40. Этих роликов также хватит на 4 размера, следовательно, от 2 до 5 лет. Ищите полупрофессиональные ролики для мега-чемпиона. Ролики Micro Champion – отличный вариант. Здесь вы получите лучшую фиксацию в сочетании с комфортом. Если ваш ребенок катается профессионально или хочет ролики на жестком ботинке, мы переходим к таким моделям от Micro. Более подробный обзор этой модели вы найдете по ссылке. Серия роликов на жестком ботинке. Модель Discovery. Модель на жестком ботинке – самая бюджетная от Micro среди профессиональных моделей. Данная модель рассчитана на детей и подростков с размером ноги с 29 по 40. За счет жесткого ботинка ролики подойдут как для фитнес-катания, так и для фрискейта и слалома. Ботинок выполнен из прочного пластика, приятный на ощупь и хорошо пахнет. Сапожок сделан из мягкого и плотного материала, на носке эластичный, что добавит комфорта пальцам ноги. Внутри сапожок хорошо прорезинен. Жаль, что нету верхней шнуровки, но верхней бакли достаточно для фиксации. Если вы ищете качественные роликовые коньки на жестком ботинке за лучшую цену, Micro Discovery – лучший вариант. Хотите самую крутую модель? Тогда специально для вас следующая модель от Micro – Infinite. Более подробный обзор этой модели вы найдете по ссылке. Модель Infinite. В сравнении с предыдущей моделью Discovery, здесь у нас прочная бакля вместо пяточного ремня на липучке. Рама из 6000-го сплава алюминия, в модели Discovery используется 5000-й, он тяжелее и менее прочный. Ролики имеют раздвижной механизм и регулируются на 4 размера. Ролики идут в 3 размерных диапазонах: 29-32, 33-36, 37-40. Перед нами классные ролики для детей с крутым дизайном. Отличная фиксация и удобный ботинок. С такими роликами вы и ваш ребенок останетесь довольными. Более подробный обзор этой модели вы найдете по ссылке. Кстати, выбрать, померить и купить ролики вы можете в нашем магазине Ролики.ua по ссылке в описании. Понравилось видео? Не забываем поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. С вами был Андрей, до новых встреч!